У нас сейчас будет небольшое такое размышление на тему того, как использовать маркетинговые инструменты, то есть инструменты, которые мы привыкли ассоциировать с торговыми организациями, с рекламой и совсем другой системой общественных отношений, нежели организации высшего образования. Между тем, мы понимаем, что маркетинг дает нам не только инструменты для того, чтобы что-то продавать или покупать, а дает нам в том числе очень хорошую линейку, очень хорошую систему для того, чтобы описать любые взаимодействия информационного обмена в том, что касается удовлетворения неких нужд и потребностей тех или иных аудиторий. Когда мы говорим об университете, об учреждении высшего образования, мы традиционно считаем, что целевая аудитория у университета, у вуза, она в основном такая – абитуриенты. Но если мы возьмем традиционную маркетинговую систему представлений, то мы поймем, что начинать общаться с этой целевой аудиторией и выстраивать с ней какие-то отношения мы должны далеко не в 11 классе, когда некий школьник становится нашим желаемым абитуриентом. Система гораздо шире. И если мы посмотрим на всю ту в целом систему общественных отношений, в которой присутствует любой университет, то мы обнаружим, что абитуриент, он далеко не висит в вакууме, как наш вот объект нашей информационной некой политики. У него есть родители, у него есть школа, которая активно участвует, естественно, в его профориентации. А также мы понимаем, что даже эта группа людей, субъектов, является далеко не той единственной аудиторией, с которой университету приходится общаться. Здесь мы уже понимаем, что, говоря о целевых аудиториях, мы используем какой-то маркетинговый вокабуляр, и это помогает нам гораздо более комплексно оценить положение университета вообще в информационном поле. Что такое университет? Любое учебное заведение. Это некое звено в подготовке кадров, которые приходят в институт 17-летними школьниками и выходят из него профессионалами с уже какой-то сложившейся картиной мира, уже выходят более-менее взрослой личностью. Соответственно, помимо абитуриента, если мы, опять же, воспользуемся теми инструментами, которыми пользуется любой специалист по связям с общественностью, любой маркетолог, мы поймем, что те люди и системы, с которыми общается университет, гораздо более многогранны. Это не только школы и родители, это также преподаватели, которых университет хочет привлекать к работе для того, чтобы постоянно повышать качество образования. Это будущие работодатели, которым университет, прошу прощения за такие формулировки, предлагает свой продукт, то есть выпускника, обладающего определенными компетенциями, навыками, знаниями и умениями. И это, безусловно, органы государственной власти, которые представляют собой отдельную целевую аудиторию, с которыми тоже нужно выстраивать отношения. То есть то, что в связях с общественностью и маркетингом называется GR, Government Relations, и IR, Investor Relations, мы понимаем, что здесь в системах отношений вуза и органов госвласти тоже применимо. И что эти отношения тоже надо выстраивать и поддерживать не стихийно и не реактивно, то есть в ответ на какие-то внешние раздражители, а проактивно. С чем мы обычно сталкиваемся в своей работе? Мы у нас в университете решили применить систему работы в связях с общественностью так, как она применяется в коммерческих организациях. То есть выстроить эту систему как некий механизм по продвижению вуза для целевых аудиторий. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что традиционная информационная политика в университете выстраивается скорее по административно-командному принципу, нежели в ответ на некие информационные запросы извне, какими бы они ни были. То есть университет государственный, как правило, даже если у него есть не только бюджетные места, но и платные, собственно, они сейчас везде есть,
как правило, в своей информационной политике не стремится выстроить активно диалог со своими целевыми аудиториями, а скорее просто сообщает во внешний мир о проведенных мероприятиях, каким-то образом вывешивает информацию на сайт о том, что происходит внутри, но никоим образом почти всегда не адресует эту информацию тем или иным людям. Мы попытались сделать иначе. Мы разделили наши целевые аудитории и попробовали, опять же, применив маркетинговые инструменты, понять, что с ними нам дальше делать. Потому что очевидно, что наша информационная политика в общении с абитуриентами и со школьниками более младшего возраста совершенно другая, нежели наша информационная политика в общении с будущим работодателем. Здесь мы вспоминаем о такой вещи, как ключевые сообщения бренда, которые используются активно торговыми компаниями, которые участвуют в любом выстраивании системы связи с общественностью, системы работы специалиста по связи с общественностью. Что такое ключевые сообщения? Это некие тезисы, системообразующие, которыми мы описываем те наши активности, которые хотим сделать известными людям, то есть которые мы хотим показывать и таким образом людей к нам привлекать. Что интересно школьникам и абитуриентам? Им интересно, что у нас есть лаборатории, где можно сделать студенческие проекты. Им интересно читать научно-популярные издания, ну, умным абитуриентам, которых мы хотим привлекать. Они читают совершенно другие средства массовой информации, если читают, чем наш потенциальный работодатель этого выпускника, когда он им станет. Мы понимаем, что, соответственно, нам нужно очень сильно дифференцировать и ключевые сообщения, то есть то, что мы говорим, и каналы донесения этой информации, то есть то, как и куда мы это говорим. Какие здесь возникают трудности? Казалось бы, ничего страшного здесь нет. Расписал целевые аудитории, написал ключевые сообщения, кого мы чем привлекаем. С абитуриентом мы общаемся через соцсети, через научно-популярные издания, с преподавательским сообществом, то есть с людьми, которых мы хотим привлекать к сотрудничеству, к методическому и непосредственно к преподавательской научной деятельности, через некие профессиональные ресурсы, с работодателем, через деловые средства массовой информации. Я сейчас пока очень схематически описываю. Казалось бы, бери, делай себе список средств массовой информации, сообществ и общайся с ними, организуй мероприятия для них. С чем здесь можно столкнуться? С тем, что, во-первых, не в каждом университете это возможно сразу быстро сделать из-за того, как устроен университет и любой вуз внутренне. Обычно с абитуриентами в университетах общается отдел по работе с абитуриентами, управление по работе с абитуриентами или как-то иначе. С органами государственной власти, например, с учредителем, с Министерством образования и науки, обычно никто целевым образом не общается. Мы вот, например, наладили какое-то взаимодействие с ними по обмену новостями, то есть мы отправляем им наши пресс-релизы, они периодически появляются на сайте Минобрнауки, и понимаем, что далеко не все это делают, потому что просто мы выстроили вот эти отношения с пресс-службой Минобрнауки, потому что решили, что просто увеличим так охват и встретили очень дружественную поддержку. Собственно, у нас сразу все получилось, но мы понимаем, что мы, конечно, не единственные такие, но традиционно при создании вот таких новых информационных потоков возникает некая ригидность. Руководство не всегда хочет, чтобы вы обо всем, о чем-то писали вовне. Иногда всем информационные материалы приходится по несколько дней согласовывать, пока они не теряют свою ценность как новость. То есть получается, что вот эти дорожки нужно буквально в снегу иногда прокапывать лопатой, потому что руководство не привыкло к информационной открытости, и на это, безусловно, бывают свои причины. Структурные подразделения университета не заточены под подобную информационную работу, то есть все надо выстраивать с нуля, и самое главное, очень часто в университете нет таких ставок. То есть как поступаем мы? Мы, во-первых, стараемся привлекать студентов к организации мероприятий, к написанию каких-то простых новостей. Во-вторых, мы активно сотрудничаем со структурными подразделениями, которые
занимаются непосредственно вот этой работой в ВУЗе традиционно, то есть с управлением по работе с абитуриентами, с управлением по воспитательной работе и так далее. Ну и, конечно же, мы очень много общаемся с руководством на тему того, как и почему нам нужно выстраивать свою информационную политику вот таким образом, как мы хотим, а не иначе. То есть не писать просто новости на сайт о том, что у нас прошла конференция, а написать научно-популярную статью на хороший портал про науку и технологию, которую читают умные подростки. Почему это сделать важнее и почему нужно отнять несколько часов оплачиваемой работы специалиста, чтобы он сделал эту работу, а не написал 3 новости о прошедших каких-то мероприятиях на сайте в соцсети университета. Какие еще случаются проблемы в этой работе? Мы понимаем, что когда мы общаемся с академическим сообществом, то есть это профессорско-преподавательский состав университета и некие наши внешние партнеры тоже, то когда мы начинаем употреблять даже вот эти слова, маркетинг, бренды, пиар и прочее, зачастую уже сам этот факт встречает огромное сопротивление. Это просто вопрос, ну, силы номинализации. Поэтому мы стараемся говорить не пиар, а информационная работа, например, и как-то так вот делать, чтобы людей не очень фрустрировать нашей лексикой. Но мы понимаем, что несмотря на то, что традиционные маркетинговые рекламные механизмы очень хорошо работают практически в любой сфере, где нужно привлечь людей и обменять свои услуги на их даже не деньги, да, а их время, на 4 года жизни ребенка, который поступает нам в университет, на внимание его. Мы понимаем, что нам нужно что-то ему предложить. Нам нужно, если не рекламировать впрямую свои услуги, то создать в его воображении, в его картине мира некий позитивный образ себя. И здесь нам приходит на помощь, конечно же, весь опыт рекламщиков мира, который можно очень хорошо использовать, буквально немного его повернув так, чтобы он подходил именно к этой системе общественных взаимоотношений. Вот. Может быть, имеет смысл затронуть какие-то негативные моменты, с которыми мы сталкивались в своей работе, потому что именно эти кейсы, этот опыт, опять же, лучше говорить вместо кейса слово «опыт», всегда хорошо иллюстрируют то, с чем сталкивается, ну, большинство людей, которые пытаются заниматься продвижением именно в государственной организации, внутри нее. Самое главное, самое страшное – это процедура согласования любого информационного продукта, который выходит из-под пера специалиста по связям с общественностью. И если эта новость, она должна оказаться в информационных агентствах уже вот сейчас, через час, через два. Но вы должны ее согласовать с руководителем управления, который проводил мероприятие, с профильным проректором. А если там участвовал ректор, то и с ректором. Вы должны дождаться от фотографа фотографии. А далеко не у всех есть в штате, например, фотограф. Нам очень повезло, что у нас есть талантливый молодой человек в управлении по работе с абитуриентами, и он увлекается этим, и за небольшую зарплату, далеко не рыночную, он очень многое делает, очень нас усиливает этим. Вот. То есть мы понимаем, что пока мы согласуем нашу новость со всеми инстанциями, с которыми ее положено согласовать, пока мы поспорим с ними со всеми о том, что нам нужно в этой новости написать «университет», а не «образовательная организация высшего образования», мы, скорее всего, потратим то время, которое нам могло бы, которое могло бы сделать нашу новость уникальной и помочь ей появиться в РИА Новостях, в Интерфаксе, в ТАСС и так далее. Это, к сожалению, проблема, с которой мы боремся до сих пор. Мы пытаемся упрощать механизмы согласования, но, тем не менее, не всегда нам это удается. Но мы делаем шаги в этом направлении. Вторая проблема очень серьезная. Мы стараемся для того, чтобы быть интересными, делать нашу информационную повестку не событийной, не только событийной, но и содержательной. Мы пытаемся писать научные, научно-популярные новости. Что это значит? Это значит, что человеку, который привык просто описывать мероприятия, например, приходится общаться с людьми, например, в сфере IT или энергетики и так далее, понять их, суметь с их языка перевести вот это вот то, что произошло, непонятно что, научное,
на язык людей, которые прочтут это, например, в научно-популярном каком-нибудь, научно-популярном портале. И, собственно, на этот научно-популярный портал уговорить эту новость взять. Тут мы сталкиваемся с огромной, конечно, проблемой, потому что очень мало таких людей. Мы понимаем, что нам нужны там, профессиональные копирайтеры, журналисты. Мы не знаем, кто это. То есть должны ли это быть технически образованные люди, которые умеют писать новости, или мы их научим, или мы можем взять каких-нибудь специалистов с рынка, например, пиарщика, и он сможет писать какие-то содержательные пресс-релизы, которые будут не только информативными, но и интересными по содержанию. В общем, мы пытались решить эту проблему и в конце концов открыли образовательную программу по коммуникациям в сфере науки и технологий, потому что поняли, что это огромная ниша, и до сих пор здесь больше вопросов, чем ответов, к сожалению, в этой сфере. Что еще? Может быть, не знаю, Евгений, у нас как со временем? 5 минут. Может быть, будут какие-то вопросы, потому что, да. Вопрос, по-моему, очевидный в сфере последних событий. Как-нибудь изменится ваша коммуникационная стратегия в связи с объединением с Московским университетом печати? Смотрите, микрофон гораздо лучше. Наша генеральная линия информационная, она не меняется, потому что нам важно привлекать талантливую молодежь, которая хочет заниматься наукой, технологиями, разработками, все так же, как и раньше. У нас появится несколько новых междисциплинарных образовательных программ, которые мы также будем сейчас активно продвигать, как бакалавриат, так и магистратура. И сейчас в приемную кампанию все наши силы, конечно же, будут направлены на это. Из интересного, конечно, то, что касается нашей информационной политики после объединения, мы сталкиваемся здесь с небольшим таким информационным кризисом, потому что абитуриенты понимают, что ни МАМИ, ни университета печати уже как будто бы нет, а у того нового университета, который образовался, еще нет никакой своей хорошей репутации. То есть, по сути, они сейчас поступают куда-то, и будущее их им не ясно. С точки зрения любого специалиста по связям с общественностью, это оживший ночной кошмар. Потому что, старой репутации нет, новой еще не создалась, поэтому мы стараемся сейчас просто, будем усиливать какое-то присутствие в прессе, наверное, стараться именно рассказывать о том, как дальше будет проходить обучение, какие будут образовательные программы, на чем будут строиться именно какие-то нововведения в образовании, как мы будем обмениваться ресурсами, как мы с университетом... людей интересует людей интересует судьба профессорско-преподавательского состава, да, мы, в принципе, уже имеем такой опыт, мы год назад объединились с университетом МГИУ, с индустриальным университетом, и многие преподаватели, руководители образовательных программ оттуда у нас делают замечательные программы, вывозят ребят на международные соревнования и очень успешно у нас продвигаются. Бренд у нас будет другой, это ужасно. Если после прошлого объединения бренд остался, то сейчас он будет другой, его еще по сути нет, просто 3 слова «Московский политехнический университет». Поэтому сейчас пока над брендингом у нас работают специалисты, я имею в виду логотип и вся другая визуальная идентика. Мы изо всех сил просто пытаемся рассказать, как у нас дальше все пойдет. Пока только так. Вот. Еще, может быть, какие-то вопросы? Коварные, неудобные. Можно вопрос такой? Вот в вашей структуре сколько человек работает? Можно об этом? И как они взаимодействуют с другими подразделениями университета? Да, конечно. Я называюсь руководителем пресс-службы, но до буквально последнего времени руководила я собой. То есть я в основном писала все новости, особенно сложные и так далее. Нам очень помогает управление по работе с абитуриентами, которое ведет несколько страниц в соцсетях для абитуриентов и очень хороший выпускает журнал для них же. И там у нас просто очень хорошие мотивированные ребята, которые тоже устраивают мероприятия, дни открытых дверей. Вот сейчас мы их привлекаем к тому, чтобы на территории университета проводить больше интересных внешних мероприятий просто у нас. Мы проводим научно-популярные лектории, завтра пишем тотальный диктант. Все это требует организации, и мы кооперируемся, конечно же, потому что управление по работе с абитуриентами – это
тот орган, который работает как раз самыми главными для нас людьми, с ребятами, которые будут у нас учиться. Вот с ними мы активно кооперируемся. Сложнее всего налаживать отношения с кафедрами, несмотря на то, что кафедры дают именно то содержание, да, которое нам, ну, позволяет рассказывать о том, чему мы учим, а это самое важное для детей и родителей. Вот. Но, как правило, на кафедрах люди, академическое сообщество, которое я уже упоминала, не всегда людям нравится рассказывать популярно о своей работе. Многие чувствуют очень тонкую грань между популяризацией чего-либо и профанацией. Им не нравится. Они считают, что вот к нам поступают, например, умные дети, а те, которых нужно привлекать и завлекать, те уже не совсем к нам. Вот. С этим, конечно, приходится сталкиваться довольно много. Вот, мы в процессе, это, процессы не очень... В конечном итоге все зависит не от того, как структурно организованы подразделения в университете, а все, как всегда, зависит от людей. То есть, как правило, если люди контактные понимают, что мы работаем друг на друга, то есть мы создаем для них какие-то дополнительные цепочки, да, информационного взаимодействия с миром, они помогают нам своими человеческими ресурсами, людьми и так далее, то, как правило, все выстраивается. Но очень часто встречаешь, конечно, сопротивление, потому что, например, был некий орган, отдел, который занимался печатью плакатов и там новостями на сайт, и тут оказывается, что вот появились вы и как бы отбираете их хлеб. Вот, тут, конечно, всегда, это есть всегда и везде. Вот. Ключевой мой тезис такой: все зависит от людей. Вот. При желании отношений выстроить, если оно обоюдное, то всегда все получается. Все. Спасибо вам большое за внимание. Извините, что так коротко и скомканно. Вот. Если что, я тут сейчас еще буду неподалеку и могу пообщаться на эти темы. Спасибо большое.